Thank you.
हरे कृष्ण आरती मतलब किधर है शुद्ध सर ओम ज्ञान विराट ज्ञान जन चला गया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ युगभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशगोपिकादन्त श्रीराधका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये Сделай повыше, сделай повыше. Нужно тогда поменяться местами. Также всем вайшнавам, вайшнаве. Мы слушали со вчерашнего дня, как вайшнавы, कोई कृष्ण का कथा पर में अलग अलग दृष्टिकोण से सबके सब भक्त लोग ठाकुर जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान कर रहे थे और कल हम लोग श्रवण कर रहे थे हम कोशिश करेंगे ये राधा दामोदर महीना है मैं चला सोचा ये अस्लावी रात का दामोदर राधा दामोदर की एक कथा सुनने के लिए और कल हम लोग ने ये श्रवण किया था कृष्ण कथा की कितने насколько славно, огромная слава у Кришна Гадхи,
Особенно мы находимся во Вриндаване, особенно вместе с Севакунджа. Насколько мы удачливы сейчас. Это, даже у деватов нет такой удачи. Ни на Брамалоке такой удачи нет, ни на Шивалоке такой. Даже на Вайкунхе нет такого удачи, как то, что мы находимся сейчас во Вриндаване на Севакунджа. Шримад-Бхагаватам, та слава, которая описана в Кришна-катхе, она показана с разных сторон, в разных формах. И со вчерашнего дня мы говорили, как врачи Гопи и Шримати Радарани описывают, что Кришна-катха — это амрита. Сладчайший нектар бессмертия. Он тапта дживанам. Он дарует покой. Ничего не дарует больше покой, так как Кришна катха. И сколько людей попоет славу Кришна катхе. И сам Кришна сказал, передал Дукатху Брамы, Брама передал Нараде, Нараде Шукадеву Госвами, Шукадеву Госвами, Парикшиту Махараджу. Откуда вся эта Кришна Катха? Она постепенно через Гуру Парампару доходит до нас. Калпаса Апахам. Кришна Катха, насколько бы не было у нас грехов, она уничтожает наши грехи. Калмаса Апахам, Шравана Мангалам. И что еще происходит? В нашей жизни приходит благоприятный Мангала Мангаланам. Уходит привязанность к материальным, материальным объектам. А также Кришна Катха является самой высшей данью. Есть разные виды даны, но самой высшей данью является Кришна Катха. Понимаете, говорит Синди? Шримад Бхагавата, Кришна Катха принимают различные формы. Гопи говорят, что Кришна Катха — это амрита. А Шукадев Госвами говорит, «Нибрита Тата Саи, Баба Аусада Чутра, Мано Дирамат, Каха Утама Слоха Гунан Гадат, Буман Вираджате Винапа Сукнат». Если Шукадев Госвами говорит, Кришна Катха кейсе? Кришна Катха настолько сладостна, что заканчивается мгновенно самсара. И тем самым он прославляет ее. Шукадев Госвами — это Брама, Брама Гьяни, тот, который полностью обладает параништой, просто ништой, а параништой в медитации на трансцендентное. Ибо когда он услышал о красоте Кришны, он сразу же оставил медитацию на трансцендентный Брахман. Шри Шукадева Госвами говорит, Баба Аушадха. И он говорит, что слаще всего это Кришна Катха. Шукадев Госвами говорит, о Парикшит, не нужно ничего делать, нужно просто сидеть и слушать Хари Катху. Кришна, слушай, и вот так можно обрести Бхагавана. Он просто слушал, и за ним пришел летающий корабль. Гурудев говорит, он получил красивое тело Гопи и отправился на Бхагавад-дхаму. Кришна Катха, что это? Это самая
самое сладостное. Есть разные виды садханы. И йога садхана, и карма садхана, и гьяна садхана. Они такие тяжелые. А вот бхакти садхана очень сладостно. Тут нет никаких физических трудностей. Она просто сладостна. С утра кушаешь вкусно просадом. Кришна киртан слышишь, и это сладостно. Даршан сладостно, так уж и получаешь, и это сладостно. Мадживан шипутрака. В этом в этой шлоке говорится. Раджа путра чирам джива. Некоторые считают, что поэтому царю лучше жить подольше, потому что он может только в этой жизни наслаждаться. Получаешь налоги, от этого становишься богаче. Сыну Риши дали благословение, чтобы он, наоборот, быстрее умер. Почему? Потому что он сейчас занимается тапасами, и результаты этой тапасы он получит после смерти. Поэтому вам тебе лучше быстрее умереть. Тогда ты получишь сладостный плод. А к саду, когда подходит, ой, а у вас в обоих руках ладу, и в этой жизни ладу, вы избавлены от трудностей. Тут в Рупа-санатане не живешь, тут и панир, и пиперы проходят каждый день. Какие тут трудности? Пури можно приесть. Петь и танцевать. А потом, после смерти, там тоже Рада и Кришна, вечное служение. И тут сладостно, и там сладостно. Поэтому у преданных, у них как будто бы две лады в ладошках. И на уровне садханы счастья, и на уровне совершенства тоже счастья. Кришна как подается пример. Бхава аушадха. Если просматривать различные виды бхавы, то бхава Господу самое сладостное. Ну как лекарство, как действует? Берешь лекарство, гемопатическое говоришь, пьешь, оно горькое, надо водой запивать. А вот Кришна катха, она сладостная. Она дает ананду и ушам, и сердцу. Там нет ничего трудного. Шиприту Махарадж, что ты хочешь, Шиприту Махарадж? И Шиприту Махарадж возносил молитву. Вибхаксо карма. О, Прабу, хочу я 1000 ушей. Зачем же тебе? Ну, 2 еще хорошо смотрятся. А зачем тебе 1000 надели ушей? 2 так красиво смотрятся. А как будет смотреться 1000 ушей? 1000 ушей обозначает, что я хочу, чтобы я 2 ушами мог охватить всю харикатху, которую можно услышать 1000 ушами. Дайте такую возможность. То есть где бы ни была Кришна катха, чтобы были мои уши там. Я хочу, чтобы в моей сварупе
Я всегда был поглощен Кришной Катхой. О, Прабху, о, Дева, я не хочу ни к Девам, Деватам отправляться. Там у них ни Джанмаштами, ни Радаштами, и праздников нет. Только лишь на вашу обитель. Кроме как вашу обитель, никуда я не хочу. Кришна Катха очень сладостна. Очень сладостна. И Шукадева Госвами в Бхагаватам, в разных местах в Бхагаватам описывает славу Катху. А что говорит Цута Госвами? И дается такой пример. Черный. Это когда, как змей. Когда ты уже змей поглощает. То есть время, а не черный, время, кала. Тут имеется в виду время. Время, это как поглощающая змея. А мы, да по мне еще 50 лет у сына кручиваем себе. Так беззаботно относимся. Да нет, ничего подобного. Мне не просто, например, мне не 50 лет. Это 50 лет, ты уже ближе к смерти. Это значит, ты уже каждый год, что обозначает? Каждый год мы ближе к смерти. Мы не растем, мы уменьшаемся с каждым годом. Потому что нас уже поглощает. Это змея, время, кала. В какое время только не поглощается? Только то, в которое мы слушаем прославление Господа, Уттама Шлока. Когда мы совершаем Бхагават, Бхаджан, тогда смерть не приходит нам ни с востока, ни с запада, ни с севера, ни с юга, потому что мы поглощены Бхагават-катху, мы защищены. Дается пример. Если у змеи убрать эти зубы, то она, наоборот, станет полезной. Она уже укусать не сможет. Он сейчас говорит уже про... Когда мангуст дерется со змеей, он устал, потом говорит «excuse me» и убегает сил набраться на следующую битву. А потом опять воюет, «excuse me» и опять убегает сил набраться. В конце он побеждает змею. Вот это так совершают преданные «excuse me». Вот это «excuse me» очень помогает. Это вот «excuse me» — это бхакти. Это Кришна Катха, «excuse me». Что такое Кришна Катха? Это не просто Катха. Это бхакти лата рупа, Касьяна бхакти. Когда человек слушает, он становится сильным физически и эмоционально, душевно. Когда он поглощен кавкав, шаван, киртан, он уже уверен в себе. Кришна Катха, не поняла, что с ключом. Но Кришна Катха это как ключ, в общем. Время это все равно закончится. Некоторые пытаются победить время. А Кришна Бхакти не боятся этого. Они знают, что кала — это Кришна Дас. Кто такое время? Да это слуга Кришны.
Мы не просто сейчас на Кришна-катхе сидим, мы сидим у стоп Господа. Поэтому ничего плохого с нами не случится. Кала, яла, мука, граса. Все будет уничтожено, но тот результат, который от Кришна Бхакти, не потеряется. Поэтому очень удачливы. Сидим на Сивакунже, это место Радарани, слушаем катху. Сегодня тут вайшнавы, они тоже будут делать пушпанджали. ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णव के चरण कमलों में यथा योग्य धन प्रणाम अर्पण करता हूँ।